Сядем в машину, поговорим про нее. Только что помыл ее. Дальше самая четкая. Вот она, моя. Вот такая вот у меня машина. Вроде прикольная. Но есть парочку косяков. Пока ждем, пока она высохнет. Я вам скажу парочку вещей про эту машину. Короче, классная тачка. Единственная вещь, которая мне не нравится, это то, что я не могу ездить на букве D, точнее на обычном автомате, потому что здесь он очень дерганный. И когда едешь, ты так вот едешь, щелкнул, она вот так вот тебя шатает во все стороны, вот так, каждый раз, когда она щелкает. И это не очень приятно, поэтому в основном все, которые ездят на M5, именно E60, они ездят либо на лепестках, либо здесь на шифтере переключают. Ну, я бывает, когда гоняю, там, бывает, тут, когда гоняю, обычно, когда еду, тоже по-разному. Машина хорошая. Единственное, что сломалось в моей машине, это сенсор, который отвечает за дроссель. У меня их 5 с одной стороны, 5 с другой стороны. Вот эти, которые 5 с одной стороны, с пассажирской, у меня не сломались. И получается, они не закрывались до конца, и у меня машина ехала от силы, ну, километров 70 максимум. Это 50 миль. Когда газ нажимаешь, она блокировала меня на 4000 оборотов и не давала дальше поднимать. Поэтому я поменял ее. И это единственное, что было сломано в этой машине. Панельки я сделал красные, но только вот здесь спереди, на дверях. У меня они до сих пор такие светло-коричневые, ну, мне не очень понравилось. Я обтяну потом еще эти в красные, или же хочу купить именно карбон, я так думаю. Трансмиссии косяки, только что вот это она дергает, но зато когда ты гоняешь, она вот этот вот щелчок так делает, что аж сидушку отходишь туда головой. Я много пацанов катал, которые восхищались, они говорили, что это самая лучшая машина, на которой когда они либо катались. Но на самом деле я катался и на E55 AMG, на 63 AMG, да, они прут, но они не щелкают так, нету вот этого ощущения, что она сейчас взлетит у тебя машина, знаешь. Она когда газуешь, она прям на дыбы становится, у нее аж перед так чувствуется поднимается и зад присаживается. Машина вообще вещь, очень нравится. Ела бы она бензина чуть поменьше, так как на данный момент она у меня ест 10 миль на галлон. Один галлон это 3 литра 800 миллилитров, ну пускай 4, да. Это получается, она у меня есть где-то 4 километра на литр. У меня друзьям, когда я говорю в Краснодаре там или даже здесь, они обалдевают, они говорят, как ты ездишь. Поэтому у меня эта машина в основном стоит дома, потому что она слишком много есть бензина, просто нереальное количество. Если будете покупать эту машину, учтите вот эту вещь. Это самое главное, то что она ест очень много бензина. Вы запаритесь ее просто заправлять. И в ней очень много дури. Конечно, жалко одна вещь. Торг начинается всего лишь, ну, крутящий момент, в 5800. А вот до 5800 она как бы чуть туповатая. Но зато в 5800 такие ощущения вы просто не представляете. Вот моя машина, такая, какая она есть. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите в комментариях, если вы хотите что-то о ней узнать, или вы хотите, чтобы я вам что-то показал про нее. Я не знаю, может, кому-то что-то интересно, может, у кого-то такая машина есть. Так что не стесняйтесь, пишите, я буду ждать. Все, до скорой встречи.